Что мы сегодня делаем, Вовчик? Обтеваем ботинки. Раз, два и три. Три машинки открываем сразу. Ну давайте открываем. Какую первую мы открываем сегодня, Вовчик? Давайте грузовика открываем, да? А ну, смотрим, какой у нас грузовичок. Так, смотрим, какой нам грузовичок попался. А вот, смотри, Вовчик, какой классный грузовик. Это у нас ЗИЛ, наверное, да? Так, нам нужно его распечатать как-то. Наверное, так. Так, открываем нашего грузовичка. И у нас вот такой классный ЗИЛ. Вот такой классный. Смотрите, что у него делает. Класс! Он даже может возить песочек. А ну давайте зацепим вот эту детальку. Чтобы у него высыпалось, когда здесь будет песочек, будет так раз высыпаться. Классный вообще, да, Вовчик? А мы покатаемся. Я вам привез песка. Пожалуйста, куда вам высыпать, скажите? А давайте вот сюда высыпем. Вот здесь мы высыпем. Следующая машинка у нас подъемный кран. Правильно, Вовчик? Да. А что делает подъемный кран, Вовчик? Поднимает. Он поднимает всякие тяжелые вещи. Посмотрите, здесь есть подъемный кран, грузовичок, мусорщик. Есть какая-то, не знаю, машина, фура, да? Что-то такое. Это, наверное, у нас пожарка. Еще один мусорщик, такой уже побольше чуть. И тот, который возит раствор цемента. Да? Вот такой у нас сегодня классный подъемный кран. Открываем его. Вау! Пишет Ульяновец. Ульяновец, он открывает нашего Ульяновца. Опа! Так, вот. Здесь такая резиночка. Мы ее снимем, чтобы она не мешала. Что делает наш КамАЗ, такой большой Ульяновец? Он, о, посмотри, Вовчик. У него стрела такая большая-большая, ты видишь? Ты можешь поднять что, все, что хочешь. А ну давай попробуем что-то поднять на нем. Так, я хочу тебя поднять. А ну, подходи сюда. О, посмотри, он даже так едет. Вау, классно. Прикольно. Прикольно. Смотри, а он даже может поднять его, взять так за грузовичка и говорит, я тебя подниму. Нет, не сможешь, подниму, посмотри. Классно, да? Все прикольно. Смотри, он его держит даже сам. А ну, ты видел? Он крепкий, классный. Вообще. Мне самому понравилось. Вот такие грузовички наши два. Так. На сегодня последняя наша машиночка. Открываем. Но это не машинка, так не знаю, ребята. Скажите, как называется? Трактор, да, какой-то? Но это какой-то особенный трактор, который... Что он делает, наш трактор? Я еще сам не знаю. Сейчас мы увидим и посмотрим, что он делает. Вот такой наш трактор, что ли. Или как он называется? Трактор. Это трактор? Да. Классный, да? Видишь? Он может, наверное, посмотри, что он делает. Он, наверное, берет. И так нужно что-то развернуть. Он так разгортает, разгортает дорогу. А здесь? Это а здесь что сделает, это делает этим, Вовчик? Что вот этим он делает? Тяпает. Он, наверное, так щух, взял так и потянул траву там, да, или что-то такое. Классный вообще трактор, такой мощный. Я тебя съем. Я тебя съем. Так, ну, наш грузовик сегодняшний. У нас сегодня вот такой кран классный. И трактор. Вот такие три классные машинки. Да, Вовчик? Я приехал к тебе. Привет. Да я тебе загружу что-то, а? Можно? Да. Так, что тебе загрузить, дядя? Дядя Вова, что вам загрузить? Машину. Машину? А ну давай, мы поднимаем эту машину. Мы ее берем так сюда. Поднимаем. О, ты что делаешь со мной? Я тебя загружаю. Так, везем.
ставим на этот грузовик. И упадет. Упала! Я упал! Машинка наша упала! Так, а вот так поставим. Нет. Слишком маленький грузовик для того, чтобы возить такие тракторы большие. Слишком я маленький, говорит. Гострой. Пишет Гострой. Классные машинки. Что, ребята, всем пока. Если вам это видео понравилось, обязательно не забудьте поставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.